А перед просмотром этого... Стоп, а где мой кулон? Странно, ну ладно. Ребят, перед просмотром этого видео обязательно включайте пинчик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, в описании ссылочка на донат, вы можете задонать любую сумму и попасть в следующее видео. Ну а всем приятнейшего просмотра! И йо, друзья, всем привет! Меня зовут Кэтнап, и сегодня с вами Зенус! Привет! А также Золотишко! Стэлэм! Нифига себе, вот это ты приветствие сделал. О, дождик пошел, закончился. А тут у нас Лукас. Ты что спишь на записи и... Дог Дэй. Да-да-да, Дог Дэй у нас сегодня решил по приколу поставить скин собаки. Я не знаю зачем, но... Знаешь что, это ты сделал реально зря. Это тебе так мешать будет. Ладно, что могу сказать? Сегодня вы будете отвечать сперва на вопрос. И если вы отвечаете на вопрос правильно, то вы сможете отсюда сбежать. Все понятно? Да. И да, если вы сбежите, то вы останавливаетесь прямо около этой арки. Все понятно? Понятно. Так, кто скинет овечку, тот будет очень плохой человек. Сразу же говорю. Так что, что как бы? Сейчас бы задуматься, какой вопрос задать бы. Такой вот прям классненький. А я, кажется, знаю. Молот из нового обновления Майнкрафта сильнее, чем незеритовый меч. Да. Да. Нет, да, например, да? Если просто обычным ударом, то нет, а если с высоты, то да. Кто согласен с Зенусом? Я. Золотишко. Так, а Лукас у нас против, да? Ну что я могу сказать, нет, ребят? Нет, я не против. Ага. Ну ладно, что могу сказать? Вы правы! Вылетайте, вылетайте! И, кстати, стойте, ребят, остановитесь на секунду! Вы просто посмотрите, эти шипы начинали медленно опускаться к вам, но вы вовремя успели закончить это задание. Все подходим к арке, все к арке, давайте быстрее сюда, отлично. Все, всем встаем около красной полосы. И знаете, что сейчас будет? Коля-коти. Смотрите. Не-не-не, будет еще круче. Смотрите, вставайте вот сюда, где я сейчас. Вот за линию, вот сюда именно. Да-да-да. Смотрите, и сегодня я сейчас здесь вот заспавню всяких зомби, скелетов и так далее. Смотрите, а здесь видите гравий? Если вы каким-то образом заденете гравий, ну он вас заденет, или вообще к фигам придавит, то, ну как бы вы вылетаете. Да-да-да, и мы сегодня, кстати, играем, ребята, на деньги. И да, кстати, как только заспавнится зомби, то я сразу же вам скажу, типа, бежать. И вы можете бежать. И смотрите, сразу же говорю, вот здесь, вот за финишной чертой, вы все останавливаетесь. Все понятно? Как гравий падать будет? Гранит скоро упадет. И да, кстати... Нужно добежать до финишной черты, да? Да, и кстати, ребята, я не скажу вам, когда гранит упадет. И я-то знаю, но не знаю, знаете ли вы. Так что поехали, поехали, быстрее бегите! Опа, 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 опа! И пау, прищ! Это было эпично! Все, бегите дальше, быстрее, дальше, дальше! Оу-оу-оу-оу, так, 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 нужно срочно взять какое-то оружие. Кто-то нафиг дохнет. У нас, ребята, Зенус завис! Вы понимаете? Так, стоп, где все? Где все? Так, что? Реально все упали в самом начале! Все, ребята, проходите это испытание и блин, сейчас... так далеко убежал, зачем меня телепортировали? А, не надо убегать с моих испытаний! Ребята, они снова улетают, это просто жесть какая-то! Ну-ка, кто-то дойдет, все, останавливайтесь! Здесь вообще жесткое испытание... Не-не-не, здесь проходить нельзя! Не читерим! Все назад! Так. Ой, у нас... Подождите, ребят, давайте посмотрим пока на остальных. Зенус, обратно. Офигеть, они просто реально все падают и не могут пройти. А Лукас у нас, видимо, вообще решил не проходить испытания и не зарабатывать деньги. Ну ладно, тогда давай пока. Так, ладно. А что у нас тут? А тут у нас... Что у нас тут делает козел? О, Догдай. Я что-то тебе не знаю, Золотишко. До свидания. Чисто вижу хвост. Ладно. Так. Лукас идет и неужели это победа? Да, стоп. Зенус? Ребят, а куда делся Зенус, у меня вопрос? И, вообще. Да, у нас этот... Что? Что нафиг? Почему Дог Дэй скинул Друмайна, вы видите это? Чё за бред? Ладно, ребят, кто за то, чтобы телепортировать Дог Дэя сюда и проходить испытания дальше? Я. Вы уверены? Потому что, ну, как бы там вот уже скоро будет финальное испытание. Ну, давайте. Надо так. Ладно, хорошо. Тогда... Давайте один разик.
ТП. Ага, теперь я, смотрите, поставлю вам здесь всем спаун, поинт и... О, смотрите, все плывите по этим вот светяшкам. Кто улетает, то сразу же вы... О, золотишко вылетает! И... О, нет. Стоп! Ребята, стоп! Все остановились! Золотишко и Догдей. Это капец. Ребят, простите, пожалуйста. Но Догдей у нас, к сожалению, вылетает, и золотишко тоже. Все, это капец. А остальные, смотрите, плывет у нас Лукас и... О, кстати, Зенусы. Зенусы, это ты что читеришь-то? Ты что? Я тут скоро эти лодочки буду раздавать, и после этого вы все побежите. О, нормально, ну тогда полетели лодочки. Забирайте быстрее лодки. Мне ни одной не досталось. Ха-ха, ну, о, что, Лукас решил подступить по-доброму и... Стоп. Это что за читы, ребята, вы это видите? Так, неужели? Что здесь вообще нафиг происходит, а? О, смотрите, дрифт начинается просто так. Токийский дрифт, это вообще жесть, очень ребята. Очень сложно. Докажите то, что ролик как-то начался резко, и какая-то дичь происходит. Ну, мне это нравится. Так. Вы только посмотрите. И, кстати, совсем забыл сказать. Лед начинает трескаться! Так. Капец, это люто смешно, но как бы, ребята, я хочу напомнить то, что лед уже люто трескается! Зенус! Слушайте, мне кажется, это как-то немножко нечестно. Зенус, впереди иду, не знаю как. Ребят, хочу сказать то, что деньги только один из вас получит. А, да. Зенус, чур это будешь ты тогда. Так, чуть не залетели чисто! О, стекло еще у нас потрескалось! Капец. Так, смотрите. Дрифтоты полетели! Ребята, все, можете просто обойти, можете не проходить испытания. И да. Ребята. Раздача лодок! О, подождите, у нас что-то золотишко хотел сказать. Лодки падают с небес, смотрите. Золотишко, что ты хотел сказать? Ребята, вы не хотите, чтобы коза золотишко вернулась? А давайте мы без коз как-нибудь. Так, ладно, подождите, стойте. Ну тогда золотишко. Ну подождите, стойте, у нас тут экшен испытание есть. Вау, лёд-то ломается уже, смотрите, трескается и... Ой, Зену застрял. А как тут проехать? Тут уже всё треснуло, тут не проехать. Вперёд. А тут не проехать, вот, смотри. Тут можно проехать. Тут-то и ты имеешь в виду. Ну вот, тут появился проход, потому что, ну реально как-то читерно получилось. И... Ой, ребяточки, секунду, давайте я вам включу более светлое. Так. Вы просто посмотрите, он на краешке! Ну-ка, подождите. Стекло трескается абсолютно рядом. Вы видели этот дрифт Зенуса? Видел. Это же, стоп. Зенус. Офигеть, стоп, Зенус, вырывайся вперед. Просто на краешке был. О, лед-то трескается. А Зенус нас вылетает вперед. И тут еще лед трескается. Это просто жесть какая-то. И Неужели? Опа-па-па-па! Зенус по-братски. О, нет, это... Я видел у Дрима этот паркур на лодке. Опа, стоп! Стоп, ребята! Все, Зенус, выходи на эту полянку и стой тут. Ты готов вообще узнать, что скоро будет дальше, а? Ой, парни, здравствуйте. Проходи у тебя. Ну что ж, золотишко, Догдей, вы сейчас летаете вокруг меня, да? Да. Отлично. Да-да. А знаете, к чему я это? Потому что сейчас у нас будет финальное испытание. Кто-то из вас получит финальный приз в 100 тысяч долларов! Ого. Ну что ж, ребята. Лукас, держи свой боекомплект. Твоя броня и вот этот вот яблочко. Яблочко пока не ешь. Ты держи все абсолютно то же самое. Ребята, сами видели, все абсолютно честно. Я пришел. Отлично. Теперь, как только вы все... Так, бойцы по углам. Так, отлично. Бойцы на середину пожали руки. Стой, подожди, Сэлс. Вот это уже жесть. Так, бойцы по бокам, по углам. Кушайте золотые яблоки. Прямо сейчас. Отлично. И ну что ж. Файт! Так, все, ребята, батл начинается! И бах! Это сейчас будет быстро, я уверен. Оп. Лютая мясорубка начинается!
Ну кто же получит финальный приз в 100 тысяч долларов? Ну-ка, у нас батла идет вовсю. Ну кто же у нас победит, Зенус или Лукас? Зенус или Лукас, пишите ваши ставки в комментариях. Ну-ка, у нас идет лютый батл, просто лютейший. Никто не хочет проигрывать свой мега-приз. У Зенуса большие шансы на победу, ведь он играет больше, чем Лукас в Майнкрафт. Но Лукас профессиональный игрок на анархии, наверное, можно так сказать, я думаю. И он может надавать люлей даже по попе какого-нибудь лютого донатера. Так что будьте осторожны с ним на анархии. Так, и... Что? Не может быть, ребята! Зенус победил! Так, все, ребята, выдаем спектакль. Лукас и Ария. Ну что ж, ребята, начинается вознаграждение. Так, сейчас, смотрите, сейчас будет, ребята, мега круто. Я всех к себе телепортирую. Всем я выдаю survival мод, то есть абсолютно вот всем. Да, и теперь... Козлик? Опять? Ладно, окей. Так, у нас все тут? Лукас у нас каким-то образом из мира выпал. Так, ТП, Лакис, Андермайн. Ну, должно сработать. О, сработало. Все, ребят, за Зенусом никто сейчас не идет. Зенус, подойди сюда. Давай, ты готов, Зенус? Тогда проход открывается, и ты во второй серии испытаний снова получаешь приз. Но в этот раз уже не в 35 тысяч долларов, а в целых 100 тысяч! Поздравляю! Ну все, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, в описании ссылочка на донат, напоминаю. И если вы хотите больше серии, то обязательно смотрите этот ролик до конца и делитесь им с друзьями. Всем пока-пока!